Ну все, я так больше не могу. Мам, у меня для тебя новость, сегодня суббота. Знаю, милая. Идиотизм. Зачем вставать в такую рань в субботу? Спроси у отца и не говори идиотизм. Я первым у вас. Нет, ничего не выйдет. Заткнись. Пусти меня. Открой, сопляк. Пусти меня. Мама, открой. Ну, погоди, у меня. Открой дверь. Щеночек. Здравствуй. Так, дети, прекратите, хватит. Мам, не снилось, что у меня есть щенок, и сон сбылся. Дорогой, я беру свои слова назад. Ты не черствый и не бездушный. А что такое? Папа, я тоже беру все свои слова назад. Папочка, моя мечта исполнилась. Я так тебе благодарен. За что? Пап, назовем его Фредом. Моя очередь его нести. Нет, моя. Я его понесу, я его первой увидела. Ну еще хоть 5 минуточек. Мы не можем взять собаку. Пойми, не можем. Милый, нельзя показать детям щенка, а через 2 минуты отобрать. Я не показывал им щенка. Он, вероятно, забрел с улицы. Отвлеки детей и отвезу его в приют. Ни за что. Если хозяин его не найдет, щенок погибнет. Если мы его оставим, погибнет наш дом. Это всего лишь собака. Миллионы людей держат собак. Но я не вхожу в их число. Собаки сопят, лижутся, все грызут. У них слюнь, они... Элис, у них блохи. А это ужасно. Детям он надоест, возиться с ним придется мне. Он станет огромным, будет разорять сад, погубит кусты, испортит газон. А когда он угомонится, он умрет. И все так расстроятся, что придется купить нового щенка, и все повторится. Понимаешь? Нет, дорогой, объясни подробнее. Элис, мне нужна твоя поддержка. Ладно, прости, как скажешь. Ну что теперь делать? Пойди и скажи детям. Давай, давай! Ну давай же! Видите? Он меня больше всех любит. Он такой красивый. Да. Привет, дети. Привет, пап. Привет. Пап, можно он будет спать у меня? Нет, у меня. Размечтались, я старше всех, он будет спать у меня. Ни у кого он спать не будет. А сейчас послушайте меня. Мы с вами люди. У нас есть золотые рыбки, есть муравейник. А собака не для нас. Пап, давай хотя бы попробуем. Да. Да. Ты говорил, что нам не хватает ответственности. Да, это так. Все, это мое решение. Я так решил. Я так и знала. И придумайте ему кличку, потому что я должен знать, кого проклинать, когда застану свой дом в руинах. Спасибо, папочка. Только на время. До тех пор, пока не найдется его хозяин.